Валерий Иванович в творческой семье клуба уже давно. К отчетному концерту подготовил 2 сольных номера. Не за горами 70-летний юбилей Дня Победы. И он, как кадровый офицер, готовится к этому событию основательно. Все мое детство, вся моя юность и вся моя взрослая жизнь связана с жизнью воинских коллективов. Поэтому, как говорится, сам Бог велел мне подготовить репертуар, в котором бы были военно-патриотические песни, которые бы помогали в сегодняшний день нашему народу. Минувший год был насыщен различного рода концертами. 5 творческих коллективов готовили новые номера на каждый праздник. К одному из самых значимых мероприятий директор клуба относит фестиваль «Живые родники», приуроченный к 70-летию освобождения Тирасполя. В нем принимали участие 12 организаций ветеранов. Помимо этого, столичных пенсионеров радовали выступлениями и в другие праздники. Это и рождественские посиделки, это и день Октябрьской революции, который очень важен для этого поколения людей. Это день любви, семьи и верности. Это 12 июня, День России. Такие мероприятия просто необходимы людям старшего поколения, говорят в клубе «Ветеран». Ко Дню Победы и 25-летней годовщине нашей республики здесь начнут готовиться уже совсем скоро. Артисты обещают порадовать публику большим количеством различных номеров. Александр Богатый, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский телеканал.